Казахстанский лидер принесла один из главных праздников Курбан-Байрам. Праздничные утро верующие встречают в молитве в церкви и спортивного курса. Сегодня замечательный праздничный день, который мы отмечаем вместе. Это праздник Курбан-Байрам, который олицетворяет собой заботу, доброту, благотворительность. И я знаю, что это у каждого у вас в сердце. После Игорь Панчук вручил руководителю мусульманской общины Химок поздравительный адрес от главы округа. Уже после, общаясь с журналистами, замглавы отметил, что этот праздник еще одна возможность сделать доброе дело, поддержать нуждающихся. Мы рассчитываем на то, что мусульманская община у нас активно поучаствует в обустройстве сквера дружбы народов, которую мы планируем реализовать на юбилейном проспекте. Также она оказывает содействие нашим малоимущим жителям, оказывает им помощь в виде продовольственных наборов. История Курбан-Байрам уходит в глубокую древность, во времена пророка Ибрахима, который по велению Господа должен был принести в жертву своего сына. Но в последний момент пророку явился архангел Джабраил с агнцем, который и был заклан. Это было серьезное испытание, которое не дается и не давалось никому более. И то, что мы приносим в жертву барашка, олицетворяет то, что нельзя проливать кровь людей, что кровь людей не проливается. Председатель местной религиозной организации «Мусульман» прочитал проповедь. Имам Химок напомнил всем, что в исламе напрочь отсутствует понятие верховенства одной нации на другой. За праздничной проповедью следует молитва. أشهد أن محمد رسول الله